Поздравления принимает облажей Егор из городского поселка Новоельня, дорогого и любимого крестника и внука. С днем рождения поздравляет крестная мама Наталья с семьей и бабушка Нина. Мы с днем рождения поздравляем, желаем счастья и добра, чтоб тебя не обижали нигде никто и никогда. Чтоб воином ты рос достойным, чтоб постоять мог за себя. Прошли все мимо тебя войны, вокруг тебя цвела земля. Друзей чтоб было очень много, и дружбой дорожил чтоб ты, чтоб правильной пошел дорогой, и девочкам дарил цветы.